Здравствуйте, друзья! Сегодня я продолжу рассказывать об элементах концепции 1 квадратного метра домашней прачечной в нашей рубрике «Сушильная машина АСКО». Сушильная машина АСКО снабжена различными технологическими изобретениями, обеспечивающими деликатный уход за вашими вещами. Прежде всего, это барабан Soft Drum, который имеет очень интересную внутреннюю форму. Там есть круглые углубления, которые создают амортизирующий эффект, и ваши вещи меньше подвергаются трению, соответственно, меньше подвергаются износу. Также есть система Butterfly Drying. Это специальные лопасти, которые направляют при сушке ваше белье по так называемой восьмерке, перевернутой восьмерке, которая, собственно говоря, и напоминает вот этот самый баттерфлай, эту бабочку. Таким образом, белье меньше перекручивается, и вы вынимаете его практически уже готовым к носке. Бесщеточный двигатель обеспечивает бесшумную работу, что тоже очень важно. Ну и, конечно, внутреннее освещение обеспечивает дополнительный комфорт при пользовании. У этого аппарата 14 различных программ. Это и постельное белье, и быстрая сушка, и махровая ткань, и синтетика, и проветривание. Это очень полезная функция, например, для каких-то шерстяных свитеров. Здесь есть программа рубашки. Рубашки, причем, обрабатываются еще дополнительно паром. И таким образом вы вытаскиваете вещи, уже практически готовые к носке. Очень удобно. Ну и, конечно, есть экспресс, различные программы, которые хороши, например, для полотенец. В общем, АСКО очень разумно подходит к формированию своих программ, то есть вам не нужно придумывать какие-то режимы, они уже придуманы специально для вас, поэтому это очень удобно. В этой машине 4 ступени фильтрации. Это очень важная вещь для сушильных аппаратов, потому что текстильный ворс, он снижает производительность сушильных машин, и таким образом он может даже вывести из строя. Так, здесь есть у нас фильтр внутри, так называемый lint trap, уловитель ворса. Есть фильтр внизу, дополнительный сетчатый фильтр и поролоновый фильтр, который можно постирать в том числе и в стиральной машине, о которой я рассказывал в одном из наших предыдущих выпусков. Обязательно посмотрите. Машины могут быть различные по функционалу, то есть, соответственно, вы можете выбрать и подобрать ту модель, которая наиболее подходит именно вам. Они могут быть разные по цвету, то есть есть модели серебристой окраски, например, если вам больше подходит этот цвет. Мы укажем цену традиционно именно на этот аппарат, который представлен у нас здесь на экспозиции. Ну а за консультацией вы можете обратиться к нашим специалистам, и они подберут именно то, что нужно вам. Спасибо за внимание. И проветривание, функция проветривания, которая очень хороша для каких-то вещей, которые вы не можете просто вот в сушильные... Что я, блин, куда меня унесло? Ну так что, мои друзья? Клик-клак. Клик-клак. Клик-клак.